Привет, дорогие подписчики и подписчицы! Сегодня 12 января 2023 года. Как вы думаете, где мы находимся? В Москве или в Сибири? Нет. Мы находимся в Ташкенте. Представляете, сколько снега, какой мороз. Минус 27 обещает сегодня ночью. Перед нами кафе Бедана. Это уже конец 9-го квартала. Сзади у нас королевская самса. King самса. И сейчас я хочу снять короткое видео, чтобы вы увидели, какие дела творятся в Ташкенте. Итак, пошли. Сейчас я иду в направлении 8-го квартала. В принципе, я сейчас и нахожусь на 8-м квартале, но в самом его конце. Вот интересное сооружение из целлофана. Это настоящий стартап. Домик из целлофана. Те, у кого нет возможности строить стационарно. Вот так сейчас в Узбекистане власти это приветствуют, освобождают от налогов. Такие вот, это скорее всего самсахана или какая-нибудь кофехана. Так, дальше пошли. Настоящий гололед. Как в России. Котельная вон на 6-м квартале Юнусабада работает на всю катушку. Очень много деревьев упало под тяжестью снега. Посмотрите, какие зарисовки. Вот кусок сосны отвалился, лежит, видите? Как сказала бы Эллочка-людоедка, мрак. Ну, дети веселятся. Какие-то есть тоже положительные моменты. Много снега, значит, будет в горах много воды весной. У нас постоянная нехватка воды сейчас в связи с глобальным потеплением. Дети все равно рады, играют, снежки. Вот мы идем параллельно 9-й квартал. Там супермаркет Корзинка. Вон 93-й автобус остановился. Мороз и солнце, день чудесный, в общем. Сейчас в банк сходил, обычно там очередь 30 человек. А сейчас 3 человека. Не, я сразу зашел. Очереди для меня не было. Я же аксакал. Только присел на диван, мне уже говорят, все, заходите. Там диван есть в банке. Промстройбанк. Узбек Сануат Курлиш Банк. Очень хороший банк, очень хороший сервис, доброжелательные сотрудники, все поставлено четко, так что рекомендую. Но люди как в Сибири уже одеваются.
японский тутовник. Смотрите. Опа. Батарейка кончается. Ну, ничего. Седьмой автобус, 96-й. Жизнь кипит. Ребеночек вон бежит. Молодец. Согревается. Ну ладно. Как всегда я начал снимать, а на батарейку не посмотрел. В общем, вы поняли, ребята. В Ташкенте натуральная сибирская зима. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал. Всем привет!